Ребята, всем привет! Меня зовут Александр, компания Emoto. Сегодня мы распакуем модель 2021 года Ultron X3. Вот мы вытянули его с коробки и посмотрим, что идет в комплектации. В комплектации у нас идет зарядка на 2 ампера, ключи, инструкция, 4 болта, чтобы установить сидушку на штатное место. Сидушка от 2021 года уже на всех ультронах комплектуется широким сиденьем. По дизайну она не такая, может, красивая, как была с красной вставкой, но она шире. Она будет, наверное, удобнее. Данный аппарат отличается, наверное, красивым своим дизайном, маневренностью и высокой проходимостью. Благодаря пневматической подвеске, 11-дюймовым надувным колесам, данный самокат подойдет для передвижения как по городу, так и за его пределами. И самокат, который оборудован двумя моторами по 3000 Вт, способный разогнать самокат до 65 км в час за 6 секунд. Максимальная скорость его будет порядка 85 км в час. Мы ее попробуем сегодня замерить. Полезная нагрузка данного самоката 150 кг. Мощные гидравлические тормоза. У нас их можно подрегулировать, как вам удобно. Если взяли мы вот этот винтик, подрегулировали его, и сразу же будет хватать при первом нажатии. Если вы хотите, чтобы аж доставало до грипса, чуть-чуть отпустили, ну, это очень удобно. Самокат заряжается заводским зарядным устройством порядка 10-12 часов. Если вам нужно зарядить его быстрее, или покупаем зарядку 4-5 амперную, или двумя заводскими зарядками, потому что есть два порта, это все быстрее у нас зарядится. Самокат имеет штатные поворотники. Это удобно для движения в городе. Можно дополнительные поставить, более яркие. Курок у нас имеет 3 стандартные скорости. Сейчас мы проверим скорость на каждой из них. На первой, на второй и на третьей. Так, у нас сейчас один мотор включен. Вот у нас первая скорость. Это у нас 39 на курке. Вторая у нас 55. Ну, третья у нас по воздуху. Лупит 96-97. Амортизаторы у нас EXO 2000, 125 мм. Органы управления у нас стандартные. Эко, сингл, дуал, курок газа, свет, поворотные сигналы, дудка и ключ зажигания. Также это все дублируется на вольтметр. Руль у нас стандартный, складной. Клиренс у него 20 сантиметров. Дека у нас 58. Если с упором ноги взять, то 68,5. Ширина у нас деки 30 сантиметров ровно. Складываются вот таким образом. Хомутик поднимаем. И рулевая стойка, труба у нас ложится. Вот так. Так. Пробуем разогнаться. Так, третья скорость. Так, ну лупит он, конечно, хорошо. Аж подрывает.
Слезы, конечно, уже идут градом, но нормально. Ну вот 60 он разогнался смело, слезы лупасят, ветер дует, но на просаженном аккумуляторе 57,4. Понятно, что я когда курок нажимал, он падал еще больше. Но 60 он просто набрал, как вы видите, неплохо. Надеюсь, вам понравился наш обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем безопасных покатушек. Всем пока.